Началось проведение научной реставрации чудотворного утяцкого образа святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийских. Икона, явленная в Зауралье в 1749 году, до настоящего времени находилась в Богоявленском храме села Утяцкого Курганской области. Подробности в сюжете епархиального пресс-центра. В связи с тяжелым состоянием древней утяцкой иконы святителя Николая, епархиальным советом Курганской епархии было решено провести неотложную научную реставрацию образа. Прежде чем доставить святыню в Курган, перед явленным образом в Богоявленском храме села Утяцкое, где он постоянно пребывает, было совершено молебное пение. Затем икона прибыла в Курган. Наша зауральская земля – это по преимуществу земля святителя Николая. Потому что святитель Николай неоднократно являлся завоевателем этих земель Ермаку, помогая ему в его воинском труде в присоединении Западной Сибири к государству российскому. И поэтому неудивительно, что здесь произошло явление чудотворного образа святителя Николая. Этим образом святитель засвидетельствовал то, что он продолжает быть хранителем и покровителем Зауральской земли. Вечером в Александро-Невском кафедральном соборе митрополит Курганский и Белозерский Иосиф в сослужении сонма духовенства совершил перед чудотворной иконой молебное пение с акафистом святителю Николаю с особыми прошениями и молитвой о призывании помощи Святого Духа перед началом всякого доброго дела. Для реставрации в город Курган прибыли специалисты из Москвы. Детальный осмотр древней иконы показал, что образ выполнен в 17 веке. Темперная живопись высокой художественной работы. Но в конце 19 века средняя часть иконы была записана масляной довольно примитивной живописью. Рентгеновский снимок образа показал, что под позднейшей записью хорошо сохранился первоначальный великолепный лик святителя древнего письма и более крупного размера. Тут раз, два, три, четыре, пять в один пласт целили. А вот тот, который ниже, в него ни одна пуля не попала. Икона перенесла кощунственные издевательства. Многочисленные следы от пуль духового ружья говорят о том, что образ расстреливали, целясь точно в глаз чудотворца Николая. Сейчас выполняются первые шаги по реставрации. Будет укреплен, возможно, неоднократно, красочный слой. Только после этого станет возможной расчистка образа и удаление поздних записей. В результате икона должна будет предстать взором зауральцев в том историческом виде, в котором она некогда явилась нашим благочестивым предкам, более 2,5 веков назад. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской митрополии для телеканала «Союз».